просто. Это я не знаю. Вот он положил их туда, в комнате, где бумаги. Когда время идет. Бумаги? Сколько? Ну, ладно, посмотрим. Сезон закончился. Так, обычно 10-го года. Каждый год. Тыквы-то богаты, нет? Полно. Полно. Надо? Музыка нет. Мешкак стоит. Потом. Поехали. Да не, может, сегодня как я подарю? О, здесь еще. Побольше, побольше. Одну, две. Тут у тебя небольшой. Брат, Валера, ну что, ты готов? Да. Меня Галя сегодня обещала. А, почекать. Хорошо, ну ладно. Тогда тебе повезло. А ты как хотел, шашки? Да нет, нет. У меня супермашинка, робот-машинка. Роботизированная. Ну, сделал. Бокс, полубокс. Проходите, садитесь, проходите. Не стойте сейчас в дверях. Валентина, куда пошла? Валя. Я дам, ты распишешься потом. Нади, Вали, Гали, проходите все сюда. Нади. Кто там еще? Любыш! Надежда Васильевна. Надежда Васильевна. Тани нету. Сейчас там. С булочкой. Залазите сюда. Лезьте в эту пещеру. Валера, нам цемент. Можно Меня, если тебе важно, постоянно это. Домой? Так, сегодня. В самом начале, позволь отвечать сегодня. Царю небесный, утешителю души истины, и жизни сердце, и вся исполняя сокровище благих, и жизни подателю, приди, целися в миг, и очисти меня от всяких скверны. И спаси Боже души наша. Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа просим, благослови это собрание, чтобы все сердца были открыты перед Тобою, исполни нас мужество следовать за Тобою, и всякий человеческий страх и бесовское наваждение да будет удалено от нас. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Как-то по-английски вчера принес Кузьминицкий, сегодня в день.
Так, следующая исповедь будет 26-го, 27-го, я помню. 27-го. Вот так, готовьте все. Это в этом посту последняя исповедь. Так, ко мне какие вопросы? Как у вас дела? А? Как у вас дела? У нас дела. Прекрасно, слава Богу. Все идет у нас. Дорога есть еще? Дорога все. У нас когда не было дорога? Всегда не было. Всегда не было. Какой-то интересный вопрос. Дорога есть. У нас всегда у нас есть дорога. Если дороги не было, я бы не приехал. Ну, батюшка, да вы не только вы, всем расскажите. Я просто спрашиваю, есть дорога или нет для всех. Вдруг кто-то захочет поехать. Для всех нет. У нас есть устав, что зимой мы ограничим приглашение только в исключительных случаях кто-то. Потому что у нас было одна, значит, замерз человек, а другой едва не замерз. При 35 градусном морозе он ночевал в этой будке от 11:30 вечера до 9 утра. В этой железной будке открытой. Ночевал. И не замерз. Я говорю, Артем, как ты не замерз-то это? А я, говорит, у него там спальный мешок, ну какой-то. Но я, говорит, дыханием согревал, за как? Я, говорит, так дышал все время. Вот так вот быстро дышал, поэтому, говорит, Христа. И он пришел к нам утром. Да одет-то, одет-то так легко он все, он не думал, что такое. Но, видите, как у Господа все. Уехал он домой, буквально через где-то полтора месяца я звоню отцу Виктора Ивановича. А мы, говорит, похоронили Артема как? Электричка его сбила. Она нашла. Мы боимся коронавируса сегодня. Ох, ой, как бы не заболел. Ой, чихнул кто-то. Ой, наверное, он болеет. Ой, да что ж такое, надо и закрыть, и рот закрыть, и все. Это, понимаете, что? А у Господа это все рассчитано. Где нам? От чего? Боимся чего? Как будто бы никто не знали, что мы смертные. Ну и кто-то знает, наверное, что смертность, так и умирать придется. Да, придется. Ну а что ж так бояться? Это от чего ты умрешь? Ну от чего умереть? Кто знает? Нет, это спорный вопрос, батюшка, вы так, да, я так и говорю. Радужно рассказываете. Радужно. Когда можно спастись, не почему надо, не спастись-то? Не надо так это трястись, все, прямо страшно стало даже. Но... Да и сегодня говорят, не трясет, передают не по новостям. Не слушай, потом ты будешь, я уйду, тогда ты говоришь. Дай мне слово. Что говорит, болезни больше стали болеть, психические заболевания, вот этого нагнетания, что нагнетание. Человек думает, ой, я не заболеваю, ой, не заболеваю, что-то у меня в горле, наверное, у меня коронавирус, все. И это нагнетание, оно больше еще придает. Не надо носить, ну, надо беречься, да, есть болезнь, это никто не говорит, что она есть. Надо беречься, но не так же, что трястись и все. Давай сразу у нас там и причастие ни во что ставить уже, давай ложечки мыть там в спирту, после причастил другой, уже опять в спирту ложечки моют. Да что ж это такое-то? Ну, запретили к иконам прикасаться, там целовать иконы, чудотворная икона. Нельзя уже к ней сейчас, коронавирус, так нельзя. Надо ее вначале там этим обработать, ее там это, специальным раствором, тогда только прикасаться к ней. Значит, ничего и нет тогда. Выходит так. Не надо так здесь бояться. Опасаться надо, знать всегда, что я смертный, я могу сегодня умереть. Нужно быть готовым всегда к этому. Вот и все. Больше так, а все так говорят, и святые так говорили, что сегодня. Ну, мы читаем молитвы, да не гробом будет мне постель моя. Сегодня я ложусь, а ночь она это гробом. Я могу не встать уже утром. Вот сегодняшний день это наш. Вчерашний не наш, завтрашний день тоже не наш, потому что мы не знаем, завтрашний будет или нет. Стоят на остановке, вышли с института, молодые девчата, все парни стоят, разговаривают, весь и вдруг в них врезается КамАЗ. Ну и что там получилось? Ведь это не один раз. Было и в Барнауле было такой случай, что на остановку вылетает, на остановке стоят мирно, люди разговаривают, и вдруг случается такое. Спят люди, и вдруг землетрясение, вот землетрясение было, оно-то небольшое было, говорит, а теперь объясняют, как. Это первая волна, а вторая волна, говорит, бывает, бывает как-то продольное землетрясение, поперечное там, обещает, то поперечное, говорит, более оно разрушительное.
И оно бывает там, может, доли секунды только. Тряхануло, и все. И бывает так, что, говорит, один рассказывает, говорит, а как это было? Он, я не помню, где, или в Ташкенте, или в Ашхабаде, как он это был. Он говорит так, что, говорит, мы стояли, говорит, а дорога твердая. Не асфальт была, а твердая дорога, там глина, она там, говорит, как цемента. И вдруг, говорит, как это тряхнуло. И эта глина, говорит, стала как каша жидкая. Все, говорит. Вот, говорит, ужас. Только после этого, говорит, страх, говорит, у нас появился страх. Как это могло так быть? Все. А как в Ашхабаде было, рассказывает, это свидетели были. Просто земля расходилась, и дома проваливались под землю. Земля тряслась, волной колебания была прокинут город Ашхабад. Это 46-й год было. Страшное землетрясение это было. Поэтому в этом будьте готовы. Но знаете, что мы смертные, умирать придется. Пришествие Христова для каждого из нас. С нашим, сегодня отошел я, для меня уже все, оно наступило, это пришествие. Не надо будет. Да, вот так вот. Вот и все. Здесь больше как-то не говори, а что здесь? Больше-то сегодня, посмотрите, сколько в день у нас вот по радио, у меня радио, радио России, волна. Последние новости передают, значит, в начале часа российские, а в половине часа алтайские новости. И каждая новость начинается только одним. Берегите себя и близких. Ходите в перчатках, ходите в маске. Каждое это в день выходит 24 раза, напоминает об этом. А я так понял, говорит, а вот как вот в других странах так вот хорошо смотреть, там и окурки не бросают, где чистота на улицах. Как? А вот начали вот так в течение года, как вот коронавирус, и была бы у нас такая чистота. Не бросайте, кто бросит окурок, 1000 рублей хотя бы, хотя в Сингапуре, говорит, $1000 получен окурок. Штраф. А нас за окурок, хотя 1000 рублей, все, не стали бы бросать. Сказали, за маски будут, да, и передают, сколько в Москве там десятки тысяч оштрафовали людей. Уже собирались, сколько миллионов собрали штрафных денег на это, сколько там магазины. На магазины накладывают сразу по 500 тысяч. Какой-то там певец приезжал, пел, и в Петербурге устроили там концерт. Ну и были там, конечно, без масок все, так наложили на тот заведение, где они были, там штраф очень высокий там, и на самого певца. Но я не знаю, что будет или нет, он вроде бы не советский. Он не советский, это, ну, не российский, а иностранный какой-то был. Нет, это украинский певец. Да какая разница? Ну да, вот так вот. Ну это справедливо. Да. Поэтому так. А так все хорошо у нас. Все благополучно. Чисто, везде. Снежок выпал примерно 30-40 сантиметров, все. Мягкий снежок, чистота. Деревья стоят все как бы в кружевах, в таких, в инее. Красиво так это все, бело все, аж смотреть, косолдышко если выглянет, больно смотреть аж глазам даже. Ну все. Летом к вам приедем, посмотрим. Давайте. Летом приезжайте, летом приглашаю. Зимой нет, не приглашаю. Вот так. Так, еще какие вопросы ко мне? Я иду больных прищищать. Спаси Христос. Что, нет ничего больше? Ангел-охранитель. Слава Богу. Все. Благословляйте. Бог благословит. Батюшка, маленький вопрос. Ты где-нибудь читал в книгах, когда поднимают руки, вот епископ или кто-то, как, какую высоту, как повернуть? Нет, нигде нет, не читал. Это, я сказал, что я буду об этом говорить, когда дадут слово. Ну. Батюшка, просто. Вот они. Нет, не читал нигде. По-разному. Кто поднимает, кто поднял просто так вот, кто поднял там высоко. То так вот, нет нигде, правила нет такого нигде. Может быть и есть, но я не знаю, вернее, я не знаю, не слыхал, не знаю. И с кем я общался, батя, тоже не знаю. По-моему, так, поднимают руки те, кто как от усердия, или у кого как руки поднимаются еще, насколько может поднять, может быть. Так. Так. Игнатий Вячеславович. Так, я о том, что сейчас батюшке сказал. Батюшка ответил абсолютно точно. Отец Геннадий Фас, ныне он доктор богословия.
уникальнейшие книги издают. Но, говорит, нигде я не считал именно как поднимать. Ну вот из отдельных моментов из Библии и жития святых я могу сказать определенно. Поднимайте руки, именно не пустите, а поднимайте. Это речь идет об усердии. Это первое. Во-вторых, как поднимают руки? Когда где? Так или так? И вот на основании житий святых я нашел. Это 1173 жития. Там у меня лежит симфония составлена. И другие. Поднимать надо не так, а именно поднимать. И ладонь к ладони. Вот из всего, что... Или второй вариант. Молились, и первые христиане не знали, как руки крестообразно. Второй вариант. Вот так молились. И третий. В подобающем месте, в таком положении распростирались на земле. Три варианта. Какой мы избрали? Вот сегодня, когда подходили к причастию, я заметил. Просил тут не отходить. Вот она рядом. Как? Руки сложить как? И то нет. Оказывается, это тоже правило есть. Тут правило. Не как-то, а как ты молишься? Поднимите вот пальцы. Кто молится двуперстно у нас? Так молился Сергий Радонежский. Так крестил Россию Русь князь Владимир. Так, от Никоновской реформы пошло троеперстие. Кто так молится? Так вот, когда руки складываешь, левая рука тут, правая сверху. И как ты складываешь крестное знамение, у нас это совершенно свободно. Расположи так. Гребусь сегодня некоторые, она вот так вот. То есть я не запрещаю, но только пальцы соединили вместе. Это тоже имеет значение. Это как о заповеди. Так, а почему? У католиков молятся так. Может, тебе это нравится больше, у нас это свободно, когда ты подходишь. Дело в том, что исследуя, что такое крестное знамение, десятки лет, я нашел, что в каждом элемент ереси. И кто двуперстно молится, и кто троеперстно. Элемент ереси. Это легко доказывается. Что мы изображаем? Раньше писали так. Освящение наших чувств, сердца, ну и дальше поперечина, то другое. И сейчас вышел закон Божий Слободского и говорит. Один человек нам подсказал сейчас, не подсказал, а долбил день и ночь. Что же мы делаем-то? И в учебниках везде сотни лет писали. Теперь посмотрите, вот это поперечина здесь вот, а здесь выше. Перевернутый крест. И прямо изобразили схему. Речь идет не о наших страданиях, а о Христовых. Господи, не сюда, не сюда, вот сюда. Лоб, центр. Иисусе Христе, где чрево, где у тебя пуповина. Иисусе Христе, отсюда ты начал жить самостоятельно, отрезать. Сыне Божий, плечо. Помилуй меня грешу. Ты, Господь, всего покажи. Родился через Деву Марию, воссел одесную Отца Небесного и спасаешь стоящих на левой стороне. Это сегодня в учебнике показывает. И показан крест. А перевернуто только волшебник. И мы, говорит, столько лет обманывали народ. Да. Не хотели этого. Секунду. А в Библии-то говорится тоже о поднятии рук. Как Моисей, пока ему руки держали. Да. Ну, если так поднял, то и что держать-то здесь, да. Я не устану. А именно он, видно, поднимал, что как уставал, этот руки опускал, тогда, говорит, там Малик побеждал. Они тогда подняли и держали ему руки, чтобы не опустились руки. Значит, ну как, он не так и держал? Конечно. Конечно, да, конечно, не так взевал. Ну так, вот и все. Поднимал, а не распростирал. Если так бы он стоял, распростирал. А именно поднимал. И дальше, в Новом Завете апостол Павел говорит, чтобы мужи поднимали руки без гнева и сомнения. Раз не поднимают, вот мы молимся в конце, поднимаем. Это значит, я все время на кого-то гнев и сомнение. Вот что означает это? Это означает богочеловечество Иисуса Христа. Изображает двуперство. Это Троица. Но на кресте ни богочеловечества, ни Троицы не было. А было человечество Христа. Почему? Божество бесстрастно, говорит Ангел Тауст. А как правильно? Если Христос Бога-человек был и страдало естество человеческое, то ясно дело, что надо нам посмотреть. Что страдал он? На руках, на ногах и в боку. Сколько ран? Пять. И католики, молясь, ты, сшедший с неба и воплотившийся, я не слева направо, посредством своих пяти ран нас на правую сторону спасает. Правильно. Здесь никакой укоризны нет. Но я не католик и так молиться не буду. Я привык двумя перстами с детства, как кержаки молились, царабляться. Так я говорю? Так. И поэтому у нас свободно так или так, но ты себя знай. Настаивать на чем-то нельзя. Собор православный
патриархии, в 71-м год отменил старые все кляпы на старообрядцев. И где-то уже в 81-м, наверное, зарубежная церковь. Храмно спасительная, бывшие кляпы, проклятие на эти, на двуперстие и прочее, яко не бывшие, то есть как бы не было. Ну, об этом у меня написано, к истинному православию там. Покаяние перед старообрядцами приносят, которые гнали. Не за то ли нас постигли эти гонения от коммунистов, что мы вас, своих природных и глубоко верующих патриотов, гнали, давили, и великие муки они терпели. Мы должны это сказать, иначе мы не очистимся. Вот почему, когда вступил на престол Феодосий-младший и переносили мощь Иоанна Златоуста, он вышел навстречу и положил, хартия называется, написано, я не знаю, как она была, бумагой или на пергаменте, на грудь Иоанну этому Златоусту. «Прости, отче, за мою матерь, Евдоксию, Иннокия называют. Это она тебя сослала». И далее. Точно так же было, когда переносили мощи Филиппа Колычева, митрополита Филиппа. Вышел навстречу Алексей Михайлович, царь, и говорит: «Прости нам», точно так же с писанием, «за лютость деда моего Ивана Грозного, который дал указание, и малюта задушил его». То есть надо просить прощения у мертвых. У нас там все это написано. А не так, что родители умерли. А ты узнай, родители умерли, долги были или не были? Я маленький случай хочу попутно сказать. Один умирал и сказал: «Я у него забрал деньги-то. Отдать-то не успел, революция началась. Но я маленько припрятал. Сынок, отдай». Тот узнал, он за границей. А из Союза не выпускали. И когда их выпустили отсюда, он ищет там в Польше, в Германии, находит во Франции. Я эти деньги, я с голоду буквально помирал, ни одного рубля не потратил. И показали, вот какую Россию мы потеряли. А сегодня при живом, при живых детях, где? Где? Сколько стариков домов престарелых? Сколько дед приютов? На меня выходят мусульмане и говорят: у нас за 1300 лет ни одного приемника не было. Уважение к старшему, ну, знаете, какие уже народы. И дети, благословение Господне. Почему сегодня в России, которые мусульмане живут, у мусульман 8,1 ребенка на семью. У русских 1,7. Это нет восстановления, и по миллиону каждый год сбрасывается. Значит, молиться, знаете о чем? Чтобы у нас было все правильно, другим не подкапываться не так, осторожно подсказать и рассказать. По поводу вот этого крестного знамени. Мы знаем, что небрежному маханию бесы радуются. Так вот, у нас некоторые делают. Может быть, надо те, кто не может по своей немощи совершить это крестное знамение, объявить об этом, потому что некоторые могут соблазняться об этом. Я объясню. У меня руки вывершены, меня дергали там эти, в органах эти были. И как только где-то что-то я не рад, оно, если вот недавно, 2 недели я не мог повернуть, то я рукой другой все равно доставал. И вдруг Господь делал все выздоровел. Крестное знамение совершать истово не так, как молятся священники, прости Господи, патриарх так молится, подмышку куда-то сует. И главное, президент молился совершенно нормально, а сейчас вижу, точно так же начал. Видите, как далеко это идет. И дальше, поясной поклон: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И после этого, когда совершишь, не так, что креститься и кланяться, а крест ломаешь, значит, и после этого поклонись так, чтобы колени не подгибали, рука могла пол достать, хотя бы один раз, попробуй. Земной поклон, точно так же перекрестился, поклонись, вот и 10 заповедей, не просто так. Коснись так, чтобы лбом до земли, чело твое, колени, руки, голова должны коснуться пола. На это поклоны придумали. Иисус говорит: мы знаем, чему кланяемся. Иаков, брат Господень, так кланялся, у него, говорит, на коленях и на лбу кожа была, как у осла. Мозоли. Я считаю жития святых и настолько удивляюсь, почему так и считали его имя правильным. Как у верблюда. Как мы молимся? А бы как махнуть рукой? Было видение одного, он молится и сюда. А то он зашел, как юродивый Андрей, а сидит тут бес на плече. Ты что же делаешь-то? А ну-ка перекрестись. Перекрестился, сразу упал, больше нет. Зашел в магазин, а тот ставит какие-то гири, а гири можно уменьшить. Он посмотрел на него, у него змей вокруг шеи намотан, жития святых, говорит. Он говорит: ты давно этим занимаешься? Чем? Обвешаешь людей. Как обвешаешь? А зачем змей у тебя на шее висит? И мужику самому открылось, и теперь прости. Это у Никиты так было. Жена готовит,
купила там барашку, козлинку какую, курицу, может быть, развешивает, и вдруг всплывает кисть руки. Она шатнулась, маленько погодя, всплывает другой орган, там нога. Никита! Он подошел, глянул, это мой обман весь обнаружился. Как я брал эти деньги с кого? Скупой рыцарь, говорили здесь. И что? Все бросил и ушел, разделся и лег на болоте. Пришел через сколько-то там дней, его едва-едва узнали. И начался новый путь, спасительный. Я не призываю в болото уходить, но вспоминать кое-что прошлое, найди обиженных. Посадил, человек пришел, явка в милицию. А ты сначала верни, что ты награбил. Кого обидел? А я вот убил. Убил, узнай, где она живет. Не надо к ней больше подходить. Но деньги, все, чтобы детей воспитать могли. Вот тогда покаяние будет принято. А не просто сказал и поехал на другие дела. Толкование на сегодняшний евангельский. Евангелие от Луки, глава 13, 10-17. В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга своего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать, в те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу, и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Толкование. Быть может, сатана мучил ее потому, что оставлена она была Богом за какие-то преступления. Ибо он, когда попускается ему свыше от Бога, причиняет всевозможные неприятности телам людей. Иов 2:6. Он и вначале был виновником того, что мы лишились нетления, в котором были созданы. Премудрость 2:23. И что мы соединены теперь с телом болезненным и способным к недугам. Такова благость Господа, и так он помиловал создание свое. А сатана, сначала связавший женщину, в досаде на ее освобождение, так как он еще более зла желал причинить ей, связывает завистью начальника синагоги, и его устами хулит чудо. Так он везде противится добру, ибо душа бывает скорчена, когда она склоняется к заботам только о житейском и не помышляет ни о чем небесном или божественном. Уже ли не скорчен тот, кто, будучи привязан к земле и постоянно согрешая, нарушает заповеди и не принимает будущего века? Да, все. Спаси Христос. О болящих. Нет Елены Политекиной. Второе воскресенье нет. Звонила, нет? Она звонила. Поля у ней заболела, горло болит. И она сама не помогала. Ну, молитесь о болящих. Тамара глухонемает где? А Тамаре глухонемой. Ну, вот, Тамара ей не обещала это, дозвониться, чтобы ее пригласили в гости, сестра ее. И она бы с Тамарой там поговорила по-своему. Но вот пока она не позвонила еще. А где ее? А я пыталась звонить, тоже не дозвонилась. Ну, если ты собралась, надо сделать это. Адрес же есть, просто идти и все. Адрес же есть. У меня нет адреса. Я вот только по телефону общалась. Марина Геннадьевна, есть адрес? Надо посмотреть. Посмотрите, пожалуйста, адрес. Если мой есть адрес, надо как-то... Дело в том, что мы даже не знаем, она дома живет или она у сестры живет. У них же и своя квартира есть. Они же общаются все. Ну какой-то адрес, если любой. Она перестала ходить, потому что вот эта болезнь идет. И поэтому она будет ходить в ближайший храм, чтобы не ездить по автобусам. Там. Самоизоляция. Да, типа, самоизоляция. Это Сергей не болеет, у него мама болеет, у нее приступ был. У мамы? Да. И он вчера позвонил, он говорит: у мамы приступ, я, говорит, с мамой сижу.
Я ему посоветовал вызвать все-таки врачей. Сердце, это же не шутки. Галя передавала записку о своей дочери Агне. Что-то я не слышал, батюшка. Говорю, нет. Ну, молитесь, Агне. Она не говорила, я ее не записывала. Я передавала записку, батюшке. Так, еще кто болящий у нас? Агне болеет, да? Да, Агне болеет. Ну, Татьяна еще лежит. Татьяна Никитина, да, еще лежит она в отделении гинекологии второй больницы. Вторая палата. Ну, навестить ее нельзя, потому что там вообще свидания запрещены, и только можно передачу. И там по времени там обозначено, в какое время только. Там, да, это этот еще инфекционный там госпиталь, отдельное время выделено. Ну, если кто-то поедет, мы же можем из кассы выделить, чтобы что-то... Передачу не передать. Кто-то поедет, нет? Ну, первые сутки, естественно, были сильные боли. У нее это мигрень частая бывала, поэтому она принимала эти обезболивающие. И как бы привыкла к ним, и поэтому обезболивание, которые давали, не действовало. Она там вообще, конечно, по первые двое-трое суток было бы не очень трудно. Я просил даже увеличить дозу, но сколько можно было увеличить. Оперировали. Ну, гинекология. Никитина, Татьяна, Борису, хочу, я не снимаю. Да, да. Был же. Ты же был? Да. Женя был. Женя был, передал. Можно, Виктор Андреевич? Да. Небольшое полное. Я не понимаю. Я тут мысль была положена вот по этой книге Игнатия Тихоновича «Кисть православия». Материал распечатал по одному, вот это о милостыне, о молитве, ну то есть они не все, конечно, мне распечатаны, но большинство. Буду в дальнейшем тоже печатать, мне единственное, что помощь нужна в этом отношении. То есть это чтобы можно было заряжать картриджи и на бумагу деньги собрать. Все, а остальное все я буду вам печатать и будете раздавать. Вот эти фотографии что ли есть? Подпольная, видишь? Вот посмотрите. Сам издат называется. Потом я еще больше буду увеличить. Сам издат. Нет, еще нет. Положите. Так, еще? Алексей Семенович, а болящих? Да. И кто у нас вне нашего поля зрения не остался? Какие еще? Там разные. Ну, вот когда она прибыла, путешествующая была, слава Богу, там другие города. Где Любовь? Вот там Любовь Сиколаевна. Ну вот батюшка сказал, говорит, скажешь ты. Я хочу сказать, что больше истерия нагнетается теми, как раз, кто против этих масок, там против, причем не просто там я говорю, что надо, не надо, а именно прям против маски, это зло, это противохристианство, перчатки, это вообще... Сумасшествие, перчатки, вы все бесноватые, одеваете перчатки. То есть, откуда это все идет? Мне кажется, что это все идет не от великого разумения. Но всегда было такое, что человек защищался от чего бы то там ни было. Даже возьмем слово Божие, к мертвым не прикасайтесь. Почему не прикасайтесь? Ну, не было перчаток, были перчатки, может быть, прикасались бы. Мышей, мышь, простая мышь. Кто видел мышь? Все видели мышь. Мышь это самое распространенное животное. Его почему-то, говорят, женщины боятся. Ну, я сильно не видел таких женщин, что прям сильно боялись. Ну, иногда какие-нибудь фильмы показывают, аж пищат там женщины, бегут куда-то. Вы крыс не видели еще настоящих. Вот крысу посмотрите, вот такущую, вот это можно, как говорится, и испугаться. Мышка, маленькая мышка, Слово Божие говорит. Если эта мышка попала в горшок, если глиняный разбить, если медный, 7 раз очистить там с молитвами. А если в очаг ты взял и случайно она упала, или ты бросил ее в очаг. Ну, очаг, типа печки нашей. Печь разломать, камни перемыть 7 раз,
и обратно сложить печь. В чем дело? А как про прокаженных сколько всего написано? Прокаженный идет нечист, нечист. Если прокаженный вдруг куда-то пошел и не оповещает, камнями побить и все. Что это не, как это не, если это не защита человека-то? А давайте будем, пойдем туда, к чумным пойдем, лепрозории пойдем туда. Ну нету такого, нигде не говорится. А маски, в маске всю жизнь были у людей, маски эти. Только сначала они были, люди вообще слабы с умом-то, никто не знал, что вирусы есть. А вирусы, что есть маленькие такие маленькие существа, микроорганизмы, узнали только по-настоящему в 1893 году. Кто не знает, я прочитал все про это. Потому что придумали микроскоп. А что они там распространяются и что еще мельче есть микроорганизмы, узнали только тогда, когда построили этот синхрофазотронный микроскоп, который увеличивает, я не знаю, 50 тысяч раз. Тогда только, вон он, кажется, есть микромир. Вот, здравствуйте. Так вот, когда началась чума 1347 года в Европе, она уже там была, из Монголии к нам с Китаем пришла, то подумали, что все это идет от воздуха, который распространяется от трупов там. Что вот человек заболел, и воздух нехороший, и человек опять заболевает. А оказывается, и даже не от прикосновения к человеку заболевать. Ну, через кровь могло, да, порез там или что. А оказывается, что чума кусают маленькие булочки, которые переносят крысы. Крысы. Это, так это только узнали в 19 веке об этом. Так еще в 19 веке, в 1820 году, когда в Лондоне случилась огромная эпидемия холеры, причем она была пандемическая, через два года, опять там на три года, через два года опять, они не понимают, в чем дело. Они не знали, что это холера, тоже переносчики вирусы, вот эти палочки-то, никто этого, кто знал-то бы об этом? И все защищались, думали, что вот это, как они назвали, исклак, идет вот эти вот, воздух поднимается нехороший, и люди все ходили в масках, закрытые тряпками. А в 1347 придумали маску, а вот тут такой нос длинный. И сейчас часто показывают какие-то карнавалы у них, и носы, я все думаю, вот, откуда такой... А маска такая страшная какая-то, она никакая не карнавальная. Но пандемия, слава богу, я начал читать. Я об этом никогда не задумывался. Прочитал, ах, вот в чем дело, оказывается. Эти лекари, которых просто люди умоляли, придите к нам, у нас больной. Они говорят, вы что, с ума сошли, мы придем, заразимся. Они, ну как-нибудь, и лекари придумали ложить сюда благовония и травки такие целебные, которые они будут дышать. Туда закладывают длинный нос, и там их поджигали. Они там курились, как табак вот эти курят. И оно, вот это приятное благоухание шло, они внюхивали и думали, что они от этого здоровы. Всегда человек защищался. Всегда. И руки там он мыл. Чего только не делал человек. И других от себя отводили. Что это такое маска? Я помню, пришла у нас сестра. Я сейчас... Антонина пришла. В маске. Пришла. Стоит здесь. Это было до пандемии там еще. Ну да, постояла в маске. Игнат Тихонович там проходил. Там все проходили. Никто ничего не говорил ей. Ну в маске. Она сюда зашла, ну, Игнатиныч сказал, а что ты в маске? Ну, я вот болею. Он говорит, ты, если знаешь, что ты болеешь, то лучше не приходи вообще, чем в маске, вот ходишь всех. И она так и пробыла в маске, ушла, и не одна. Что, я открыл какие-то тайны? Да. Ну, что раньше-то не говорили? Почему теперь-то уже, как говорится, хлопаем-то? Когда пандемия пришла, и причем не сами, а придумываем, смотрим в этих инстаграмах где-то, в этом интернете, набираемся этой поганки. А люди такой злобой обладают к тому, что другие заставляют маски. Они ругаются с другими. А мужики сильные бьют этих кондукторш, показывают. Прям торец ей. Маску одень, на тебе вот эту за маску. Это что за злобность такая, я не пойму. Это ясно, что тут уже какой-то нечистый действует. И больше истерии от тех, кто говорят, маску нельзя. Я что, вообще ничего не понимаю. Что придумать-то на ходу уже? Что, я мало примеров привел вместо этого священного писания? Еще можно примеров найти много. И они были всегда, эти примеры. И не надо истерию нагонять, что кто-то там боится. Я не понял, а кто вообще боится-то?
Где кто? Среди моих знакомых, ну, никто не боится. Сколько по телефону звоню, у меня за границей есть. Кто боится? У кого истерия? Ну, видел я документальные фильмы, несколько там умопомешанных людей. Есть такие, которые... Я сидит, у него такой дом там в Америке красивый. Отдельные лужайки там, все. И он один сидит, правильно, он один живет, ни кота, ни кошки, никого. Я потерял свой привычный образ жизни. Ну, блудяга был, ходил там по бабам, понятно, в ночные клубы. Ночные клубы закрыли мне теперь. Вот, и я вот потерял там себя, потерял, вот решил я зарезаться. Да лучше бы ты зарезался, тебя спасли, дурака. Меньше было бы. И вот таких вот берут, и вот их прям муссируют. Одни и те же лица-то, никого нету. Массовой истерии никакой нету. Люди борются. Вон в Америке, посмотрите, там уже померло. 300 000. Сказали, что еще где-то к марту месяцу у них будет 500 тысяч смертей. У них вакцины нету. Русскую вакцину они не хотят брать, потому что они же американцы, они должны первую ее сделать. Кстати, вы знаете, что вакцина ставится два раза? То есть вакцина, вот эта вот, которая сейчас... Ее ставят, а потом через 3 недели нужно, кажется, повторять, как вот противоклещевая вакцина. Ну, спутник, да. Так что это все не просто так еще, видите. Надо смотреть, то есть сразу там человека начинает колбасить, он там трясется тоже, но в легкой форме. Так что я хотел вот про это и сказать. Батюшка, батюшка сказал вот это, а я сказал, и еще я хочу сказать. Когда было 60 тысяч... зараженных в Китае, и было уже там сколько-то, 1000 умерших. Батюшка вот здесь был, я всем говорю, батюшка, вам надо включить, молиться за нас, чтобы, ну, Господь как-то отвел нас от этой болезни. Никакой болезни нету, это все придумано. Подошел Игнат Тихонович. Я говорю, так, что ты тут, батюшка, я говорю, да вот про болезнь эту. Что придумать, никакой болезни нету, а иди там, все, мы тут будем сами говорить. Второй раз подошел, я говорю, батюшка, уже 380 тысяч зараженных. Пора что-то, наверное, молиться или как-то там молитву включить. Ну, вообще молиться. В церкви помолиться, потому что люди массово умирают, среди них-то немало верующих. Сколько уже монахов умерло? От коронавируса умирают. Спокойно, больной, вы не умрете точно от коронавируса, я вижу. Заколдовано. Так что... Прорвало хоть наконец-то хоть одного. Так что я хочу сказать, что... То, что вот все тут разговаривают много об этом. И болезнь есть, и молиться надо было. Потому что Слово Божие нам говорит, был мор, был. Много померло, 70 тысяч там за несколько часов. И что, как исцелились? Давид пришел на гумно, это фессвитянина, упал на колени, говорит, Господи, я-то не знал, что ты так будешь наказывать. Я-то думал, там 3 дня будут как-то, ну, в леганце там, может... 2-3 человека умрет, а ты сразу за несколько часов 70 тысяч. Давай меня тогда умертви уже и все. И Господь говорит, ну ладно, ты осознал, видать. И простил. Ну, у нас никто так не молится, потому что мы не за наши грехи, видать, все это. Поэтому что нам молиться? Надо молиться. 24 глава Евангелия от Луки написано. Будут моры, землетрясения, не бойтесь, не ужасайтесь. Для кого говорится? Ну, зашли в церковь, встали через 1.5 метра. Ну, встали через 1.5, может, так и хорошо, разговаривать не будут. А то, как плотно станут, начинают чу-чу-чу-чу-чу-чу. Спасибо, Христос, брат, вот затем мы закончим, это 24 главой, потому что это самое разумное. Будут моры, землетрясения, все будет. Так что не ужасайтесь. А психоз, он хоть с одной стороны, хоть с другой стороны, нам известно, кем раздувается. Поэтому не будем принимать ни ту, ни другую сторону. Будем идти прямо за Христом. Еще у кого слово есть? Ну, прямо за Христом, это если маски сказали одевать в магазине, не надо драться и там со всеми ругаться. Оденьте маску эту. Можно я скажу? И будьте мирными со всеми. Я хожу по разным магазинам. У меня платок. Я беру вот так вот, одеваю платок. На меня кидаются. Кидаются кассиры. Кидаются вокруг все. Одень маску. Я говорю, у меня аллергия на химическую маску. У меня, говорю, своя маска. Одевай платок вот так. Она мне вот так вот закрывает все полностью. Они на меня кидаются. Во всех магазинах. Ты говоришь, нет истерии. Ты говори про себя тогда. У меня есть истерия. У всех аллергия. У тебя есть, это 100%, это видно. У меня ни разу не остановили. У тебя истерия настоящая. Я вот палантином вот так закрою. Ну, ни разу не остановили. Вообще забыла. Ну, раз на раз не приходится, поэтому ну, надо смириться. Раз такая ситуация. Боже, есть что.
Сидеть тихо, вот и все. Да, вот напомнил, надо почитать. Исайя 30 глава, 7 стих. И по помощь Египта будет тщетно и напрасно, потому я сказал им, сила их сидеть спокойно. Ну, изоляция называется. Да, гидроизоляция. Так, что касается маски. Маска, она работает, но работает, когда правильно ее используют. Когда она у вас по карманам в течение дня, то в одном, то в другом, то упала, она, вы ее подняли и потом надеваете, то от маски только вред. Это первое. Второе, маска работает максимум 2 часа. Непрерывного ношения. Непрерывного ношения, да. И все, пришли домой, сразу же ее... стирку или новую, если она многоразовая. То есть, и работает она как? Работает, если вы себя защищаете, вот если себя защищаете, то 30%. А если вот там есть такая вот даже в этом в трамвае была такая, сейчас найду, я покажу вам. Сфотографировали? Да, я сфотографировал. Магазины заставляют одевать не маски, а салфетки. Салфетки, видели вот эти вот гадость, тряпочки? Они говорят, вот это вот то, что у вас, у меня платок в 4 секунды. Вероятность, слушайте, говорят, вероятность передачи ковид при использовании масок. Если без масок, вот один к другому подошел ближе, чем на 1,5 метра, потому что этот вирус, он более тяжелый и не такой, как вирус гриппа. Там можно было, так сказать, на большем расстоянии, а здесь вот только 1,5 метра, поэтому он падает. Через 1,5 метра, да, он уже... Через 2 метра он уже падает и может не заразиться. 90% риск. Риск, если вы, он в маске, вы в маске, а кто-то без маски и больной, то риск заражения 30%. 5% заражения, если этот больной, этот не больной, 5%. И когда оба в масках, 1,5%. То есть посчитана уже эта наука. Да, брат. Минутки. Буквально там 1,5–2 минуты, значит, я скажу, мы попали в такую ситуацию, мы своей семьей, у нас соседи, значит, звонит сосед, говорит, там он Игорь Алексеевич Гутов, фамилия его, он политехнического университета, преподаватель, он там по эти электроснабжению предприятий, он преподает, ну, умный мужик, там, грамм, 50 лет, кого прожил-то? Еще. Вот и все. Он звонит, говорит, Николай, меня положили в больницу, а у меня мама дома одна осталась, 85 лет. Вы там посмотрите за ней что. Вот мы ходили с Надеждой, ходили, там ей что-то покупали, там, ну, все это лежит, она в этих, что из нее выходит, в том она и лежит. Она вообще не транспортабельная. Извините, ногти там вот такие длиной. То есть, почему не, ну, это не наше дело, мы за ней ухаживали. Все. Она через неделю нашего ухаживания, не то, что мы виноваты, ее увозят, у нее давление мерят 0 давления, ну, это, веново. То есть у нее сердце вообще там, ну, тряпочка какая-то там бултыхала, все. Ее увозят, она через 2 дня умирает в больнице. Он, а он, оказывается, у него ковид. Он лежит в этом госпитале 50 лет. Ему, и мы попали в этот дом. Он там лежал, и вот понимаете, в чем дело? То вот беречься или не беречься? Да. Мы ходили, мы выполняли христианский долг. То есть помогали ближнему, они там верующие были, там по-своему, ну, позиционировали, они верующие. Вот и все. Адмирал Нахимов оборонял Севастополь. Эпидемия пошла. Что он сделал? Вывел войска из Севастополя, увел в степь, обложили кострами и сидели. Самоизоляция. И говорить, что поможет или не поможет, мы не знаем. И нам пришлось с Надеждой, мы сидели 2 недели дома, потому что мы были в том доме, потом мы туда не ходили, выжидали 2 недели, то есть перекинемся мы или нет туда. Вот время прошло, сегодня мы пришли, у нас как бы, ну, ничего нету, мы не ощущаем. Вот в чем дело-то, поэтому беречься, не беречься, береженого Бог бережет. Братья, бойтесь, он 50 лет, вчера его предали земле. Все, даже гроб не открывали. Груз 200. Помер, что ли? Да. Груз 200 ушел. Даже гроб не открывали. Да. Вот и все. И вот постояли вот так вот. И мать умерла, и через 2 недели он. Все. Вот вам есть болезнь или нету болезни. Конечно, смерть преследует нас всех.
Буквально до одного. Но как вы к ней придете, это другой разговор. И в таком случае надо всем выбросить ключи от машины, брелки, замки с двери и прочее. Кого мы боимся? У нас Христос с нами. Лучшая охрана. Ангелы кругом нас окружают. А мы боимся. Сапоги зачем зимой одеваешь? Ходи босиком. Порфирий Иванов ходил и ничего. Как-то, ну, а к этому все идет. Ну, что, ну, к этому идет, ребята. Вы что тогда боитесь-то кого? Да может тогда и не в храмах собираться, а прям рядом с храмом, босиком, всем. Им чтоб протаяло. Аминь. Так, ну, утверждать можно в любую сторону, кого, что угодно и как угодно. Хочу беречь. Надо, все, ко всему нужно, во всем нужно рассудительность проявить. Поэтому будем рассудительными. Так, я думаю, что мы уже по кругу идем. Да. Раз все завершились события, значит, я хочу поблагодарить всех за молитвы, что меня Господь сохранил и такое чудо сотворил. Путь у меня был прям от одного места до другого, беспрепятственный. Только встречали и провожали. Только в Барнаул явилась, подъезжает газелька. Все, слава Богу. Благодарю Господа за милость Его. Внуки здоровы, любовь Николаевна. Слава Богу за все. Благодарна за все. И продолжайте молиться, потому что мне опять бежит вернуться. Сколько бы там не знаю. Это Бог только знает. Не рассказывайте пока не о чем, а только прославляйте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Аминь. Слава Христу. Марина Георгиевна. Нам сейчас нужен администратор. Ну, это вахтер. Человек, который сидит при входе в музей, да, и выдает ключи. Работа 2/4 дня. Да, дня, конечно. Ориентировочно 8 тысяч. Да. Если у кого-то есть возможность, желание или знакомые, можете сказать. Ясно. Парадокс. Сейчас все говорят о безработице, о том, что армия безработных, везде пишут, как повысилась армия. Мы 4-й месяц не можем найти простую уборщицу. Где эта армия безработных? Они все хотят 100 тысяч оклад, не меньше, наверное, никто не идет. 12, ну 2 через 2 работы. Потом говорим, ладно, наймем одну, ей будет 1500, будет 18 тысяч получать. Нету. Вот где эти безработные все? Им всем нужно что-то, они все с высшим образованием, наверное. Им дизайнерами надо работать. И где-то дешевле, наверное, дома сидеть. Вот это парадокс просто. Да, ну у нас госпредприятие, естественно. Да, соцпакет оплачиваем, больничный оплачиваем. Нас также везде всех вот так тащим, и никто не идет. Я вообще поражаюсь. Музей чисто, говорит, как в музее плюнуть некуда. И культура, да, и культура. Никто не обматерит. Ласка, еще вопрос. Я была в художественном музее, там была выставка, но это я ходила отдельно. И знаете, как вот я только прошла, сапоги у меня чистые, да? Следом за мной стоит со шваброю и чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Я перехожу в другой зал. Уже из другого зала, там тоже со шваброй, тю-тю-тю-тю-тю, все мои следы. Такую надо нам. Тебе жалко. У нас за это наказывают. Я перешла из одного зала. У нас, чтобы посетители не видели. Я не знаю, как у вас там видели. Так, ну это уже, знаете, не о том. Мы ушли в сторону от нужного направления. Я думаю, что мы будем завершать. У нас еще будет что? Песнопение, трапеза и заветие. Достойно есть всякого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова Рожшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия наплеменников, от внутренних распри, от беззакония, которое в тайне останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы всех начальствующих, также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и на славном об Иисусе Христе.
Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия. Авва, Отче! Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Милостивый Господь, прими наши молитвы, воздяние рук, как жертву вечернюю и благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. Господи, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи, услыши молитвы всех молящихся о нас во благо нам и исполни их. Любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий и крови, пролитой в оставлении грехов наших, Сыном Твоим Единородным Иисусом Христом, прими наши молитвы о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушай и дослышит раб Твой. Аминь. 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 Братья и сестры, сказать еще одно дело маленькое совсем. Когда мы молимся вот так, только не подумайте, что это у нас не может быть. Господь кому-то на сердце положит прямо откровение. Вы не стыдитесь сказать. Скажи, я еще не разобрался, от Бога ли это. И подними руку и скажи, вот молились ты сейчас. Мы молчим-то, не просто молчим, как 7 минут. Мы молимся. Благодарим за прошедшую неделю, чтобы служение было у нас действительно огненное. Господи, открой нам. Ведь Господь одного-двух слышит и говорит, воззовете, я услышу, и мы с Отцом явимся и обитель у Него сотворим. Так что если будет какое откровение, так не то, что там бабушка, ей ничего не будет, она, может, больше всего в руках Божьих. Вот. Еще с этими вирусами чуть не забыл. У нас дорогая сестра наша стала на год взрослее, Татьяна Кузьминична. Многое лето. Многое лето, многое. Оставайтесь нехоронованы, здравия душевным телесам. Не забудьте взять по виду тех ритуалов.